У нас от медитации отвалился кусок понтона. Будем надеяться, что во благо, кстати. Никто не пострадал, все нормально? Никто не пострадал. Каждый получил то, что ему нужно. Вот это процесс, он самое важное, как бы очищение. Мне кажется, хороший, да, от этого процесса. Вот это да. Это то, что я купил, где шла. Ножку кверху поставьте, кверху ножку. Мата же, кверху ножку поставьте. Друзья, вот так вот не выдержала доски энергетики нашего пространства. Здесь нет, я отдыхаю. Простите. Чего же вот так вот? Отдыхаю. Я сейчас возвращаюсь в Киев. У нас там будет аватар после автопали. Вы в Киеве с Киева? Я с Львова. А, с Львова, да. Я же к вам это самое, на консультации всякие приходят. Кстати, я так помогло. А мы с вами общались, да? Да. А вы супруга были, да? Что? Супруга были, да? Нет, без супруги, да? Но я общался чисто даже. Да. Финансовом как бы плане, я вас в аспекте. Вы должны помнить этих самых ваших спонсоров. Как, да? Да? Не помню, прости. Видео такое невежественное. Легкие деньги. Извините. А где это, когда было? Про что? Это в прошлом году на сказке. Да, и что-то было? Про какие деньги? Ну, про... Там у меня были проблемы семейного как бы. Я бы хотел бы с вами поговорить... И что, вы что-то мне там денежку давали, что ли? Да-да-да. Представьте себе, да? А вы, так сказать... Обязательно неблагодарный какой. А напомните, что там было? Там у меня проблема была с кучей жен, и мне, блин, дали по шарабану, что здоровье как бы. А я хотел бы вас еще спросить, какой... Договориться. Не проблема, можем сегодня сделать. Отлично. То же самое, да. Вот эта энергия пошла. Я думаю, это все во благо. Никто не пострадал, там ничего такого нет, поэтому самое важное. Самое важное, что энергия, просто люди наполнились этой энергией, да, вот это класс. Вот это супер, прикольно было. По сути дела, друзья, что у нас было, люди сели на фото, да, сели фотографии. Фотографии, да, сели сделали? Да, мастер. После медитации, да, такого наполнения. И... Давайте вместе скажем намасте. О май гад! Это знак, это знак, это знак. Это знак. И в моем понимании, это окунение, да, окунание, очищение. Да, намасте, я преклоняюсь перед тобой. Знак чего? Знак очищения того, что... Ну, когда скажешь намасте, да, значит, это что? Это преклонение перед тем, кто вокруг тебя. Но чтобы преклониться искренне, нужно помыться. Мне кажется, это моя метафора, каждая своя же метафора, что в данном случае, если бы я здесь был, то есть ты хочешь истинное намасте проявить состояние, окунись, омойся, очисти. У меня еще одна проблема хочу сказать. Если у меня второй год аэрограмма показывает, что проблема... Сейчас я паузу делаю, слушай, это вообще...